Всем доброго времени суток, банда. Вот. Наступает конец рыболовного сезона. И видите, у меня вот такой вот хаотический кругом бардак. Не очень освещение. И в принципе еще неизвестно, поедем мы куда рыбачить или нет. Сегодня у нас в Хабаровске 16 октября. Сегодня с утра был снег, выпал, да? Еще чуть-чуть шел. Вот. И в принципе на улице достаточно прохладно. И, ну, снег уже растаял, да, но в принципе мы еще, может быть, планируем сделать пару рыбалок с друзьями, да, ну и записать какое-то рыболовное видео. Ну, а сегодня я хочу поделиться за долгое время эксплуатации моторов Suzuki своим опытом. Моторы Suzuki я эксплуатирую с 12-го, по-моему, да, с 12-го года. Я взял первую 20-ку четырехтактную. Этот мотор у меня с 18 года, 30-ка четырехтактная. Помимо этого, мне довелось как бы двигаться на моторах и частично эксплуатировать моторы моих друзей. Это Андрея, который в немецкой кепке, да, у него две 20-ки ДФ, да, четырехтактных. Вот, у Димы, у друга тоже была 20-ка. И в какое-то время мне на них приходилось тоже там управлять на румпеле, двигаться. Вот, и сейчас у меня у самого три мотора Suzuki, две 30-ки и старая 20-ка с 12-го года осталась, да. Она хотя у нас раз в сезон последнее время, да, в прошлом году она один раз в сезон выходила, мы с Димой на Аляске двигались на ней, вот, под водометом. Но, тем не менее, опыт уже с 12-го года, сейчас, ну, за двором уже 21-й год скоро уйдет в эту зиму, да, и достаточно большой богатый опыт, и, наверное, настало мое время и мое слово зарамсить проблему на поле битвы, да, за моторы Suzuki. Вот, именно по Хабаровску, да. То есть, и давайте, наверное, начнем помаленьку говорить, начнем с самого начала, да. Самое начало — это у нас 1000 размеров, да, водник, который является, насколько я понимаю, официальным представителем Suzuki на Дальнем Востоке, да. То есть, у нас территория, как бы сказать, разделена. То есть, человек с запада, с Москвы не может у нас во Владивостоке купить мотор Suzuki, только у тех дилеров или как там представителей, которые держат там половину западную там, нашу здесь, да, это как бы не секрет. Вот, и когда я эти моторы еще покупал, сейчас у нас реорганизация, этот Suzuki или как его, Suzuki Центр, сейчас он у нас на рядом с рынком, с Выборгской, да, стоит, он сейчас 1000 размеров называется, вот. Так вот, и что мне пришлось с ними столкнуться, вот теперь мы уже будем разбираться, как это все происходит. Купил я первую свою 20-ку, четырехтактную, срок гарантии на моторы 3 года, начал на ней двигаться, он, соответственно, еще по гарантии, грубо говоря, начал создавать какие-то проблемы, там, по-моему, на третьем году жизни, на определенных оборотах выше среднего он начал как бы подтраивать. Я его там привожу, где купил, в магазин, они говорят, да, говорит, у нас гарантия, у нас тут сразу же, это когда еще улица Краснореченская, где Марина, да, ближе к заводу, к химфармзаводу, да, вот этот магазин Марина, там вот они по этой улице, как она, забыл, называется, существовали, там у них сразу же и сервис был, которые это делали, там как бы все нормально, отдаю мотор по гарантии, они там все смотрят, вот, ну, гарантия, заплатить все-таки мне пришлось. Обосновали тем, что вот у них оборудования по форсункам нету, отдавали там какому-то дяде Пете, да, у дяди Пети там стенд, который проверяют там форсунки, от этого дяде Пете надо заплатить, а так, в принципе, все по гарантии. Вот. Но, тем не менее, все эти гарантии, ну, приходились какие-то, с какой-то платой. После всех этих гарантий, то, что они там все перебирали, там промывали, выезжаешь на воду, проблема, соответственно, не снимается, да, как бы все равно на определенных оборотах подтраивать, да, ближе, ниже среднего. Вот. Потом это дело у меня все закончилось примерно такой историей, да, довольнуло под маховиком верхний садик, да, вот, и в принципе этого мне хватило, как бы сказать, прийти, да, то есть я пришел, и уровень масла был уже чуть-чуть ниже, да, как бы на щупе ниже минимума, ну, вполне себе хватает, это нормальное явление. У Suzuki они на этом минимуме спокойно доходят, и мотор меня привез. В принципе, надо отметить, наверное, сразу же, эти моторы, сколько я их эксплуатирую с 2012 года, они меня всегда привозили.
То есть реально нигде в тайге я с ними не встал, да. Вот, то есть они всегда до машины, до табора, до нужного места, да, они всегда меня довозили. Так и случилось в этот момент. Мы пришли, уровень масла уже к минимуме, потому что его выхлёстывают, там все захлёстано. И, соответственно, гарантия вот уже закончилась мотора. Вы не поверите, пока я приехал в тайги. Буквально я приехал, да, и на следующий, ну вот, уже как сутки закончилась гарантия трехлетняя. Вот буквально вот так вот, буквально дня не хватило мне. Нужно было бы сразу же с рыбалки собираться и везти его, да, эту двадцатку. Вот. Ну и, соответственно, давайте ремонтировать. Все как бы сервис, как я понимаю, якобы там от магазина, ну как бы, или... Они же там и гарантийные все моменты делали. Опять же, эти же ребята делают. Все мне там открыли. Говорят, там уже и вкладыши надо поменять, и кольца надо поменять, и давай уже сальники все поменяем на коленвалу, верхний и нижний. Ну, давайте, не вопрос. Все поменяем, короче. Прихожу мотор забирать, то есть открываю колпак, смотрю сразу же, где поддон, ну, к нижнему сальнику. Прям такой слой аж с мизинец герметика выдавлен наружу. Я задаю вопрос мастерам, говорю, ну такой же слой с мизинец герметика выдавился и внутрь двигателя. Вдруг он там, говорю, как-то там растает, говорю, ну как бы сказать, ну со временем его там масло разъест, он там будет кусками куда-то там падать. На что мне ответили? Нет, это такой герметик, его ничто не разъест, он никуда там не отвалится, все будет ровно. Вот, и после этого ихнего ремонта, грубо говоря, у меня началось чудодейственным способом подниматься уровень масла. То есть именно мы сначала не понимали, что происходит. Непонятно, ну, я не могли понять, то ли это топ, ну, как бы сказать, вода, ну, жидкость, ну, грубо говоря, не жидкость, а система охлаждения. Вода извне попадает через систему охлаждения. Либо это бензин. Ну, все-таки определили, что это бензин. Я еще пару раз приезжал, предъявлял за ремонт. За ремонт я тогда что-то 1016 или 18 заплатил. Это по старым деньгам, давно как бы не кислая сумма. Такая, ну, тем не менее, это все вот так вот. Мне сказали, мы тут ни при чем, ничего не знаем, короче, блин. Я говорю, как дальше мне жить? Они сказали, вот ты, говорит, поездишь, уровень поднялся там повыше, ты слил, залил новое. И так вот я двигался, потом появились какие-то шумы. Я еще раз буквально рыбалки через 2, через 3 привез, говорю, что за шумы? Они говорят, шатун застучал. Я говорю, о чем, говорю, гоните? Я только у вас, ну, буквально забрал его с ремонта, да, грубо говоря, вы все смотрели там. Меняли, все нормально было, что-то думал. Тут через 2-3 рыбалки уже шатун, блин, застучал, короче. Ну ладно, короче, блин, плюнул, поругался. И у них там всегда была мулька такая. Что бы у тебя с мотором не случалось, виновато одно – топливо. Вот мы прям ржали, это прям анекдот был. Ты подъезжаешь, что-то предъявляешь, они сразу же. Вы на какой заправке заправлялись? На НК Альянсе, да, у нас в Хабаровске. Все топливо фиговое, там нельзя заправляться топливом. Опять приезжаешь, откуда топливо? С другой заправки. Да там тоже топливо. И у них на что не греши. Я уже не выдержал, говорю. А если я, говорю, редуктор сверну, говорю, ну, как бы сказать, на моторе, говорю, тоже, говорю, топливо, короче. То есть, ну, начались уже как бы вот такие вот уже разговоры на повышенных тонах. Я обиделся. Уже не смог сил. У меня не было уже душевной силы бодаться там со всем этим беспределом, грубо говоря. Сейчас скажу. Дальше вы поймете, почему. И какое-то время он ездил, подстукивал, и мы плюнули с другом Димой, и у Димы как-то зимой я начал его перебирать, эту двадцатку четырехтактную. Ну, соответственно, масло менять после этого всего. Вот, он прокатался после ремонта сезон, мы немного на нем ездили, начинаю менять масло, откручиваю фильтр масляный, и что я там вижу? Вижу вот этот весь герметик, полностью забитый фильтр, вообще напрочь. Этим герметиком забитый фильтр. И, соответственно, я понимаю, что это жесткое масляное голодание. И у меня застучали шатуны. Вот эти вот ребята, как бы, которые как бы гарантийные, где вы покупаете моторы Suzuki в Хабаровске, делают, выполняют вот такие вот работы, короче. Вот. Ну, я тут нисколько, как бы сказать, не приврал. Все это действительно так. У меня даже были там чеки и там, ну, документы на выполненные работы. Сейчас я их, конечно, выкину, потому что у меня уже не было душевных сил с ними бодаться, да, грубо говоря. Вот такая вот история. Также были моменты, когда-то я поначалу, когда только мотор купил первый год, менял у них там масла фильтра, да, грубо говоря. Были моменты, когда у меня
И фильтр, когда масляный закручивали, там такое уплотнительное кольцо, оно в пас не вошло, его пережали, пока мотор на холостых у тебя не бежит, втапливаю ему газу, хотел подниматься там километров 20-30, и буквально проплыл километра, может быть, 2-3, у меня увидел перспективное место, остановился порыбалить, останавливаюсь, за мной такой шлейф, как бензин бежит. Я думаю, ну, наверное, там шланчик не одели до конца к берегу. Пристаю, открываю, и там опять все в масле, смотрю, на щупе уже масла нет, нафиг, нифига, короче, блин, его выхлестывало. В итоге это кольцо пережато, да, уплотнительного фильтра, и масло имело свойство испаряться через него, ну, не испаряться, а вытекать. То есть вот такие вот работы, да, вот. Отсюда я задался таким вопросом, а кто эти люди, которые по гарантии и без гарантии, когда вы покупаете моторы Suzuki в Хабаровске, выполняют эти работы? Оказалось, в принципе, никто, да. То есть у нас в России нет никаких институтов, да, которые выпускают у нас мотористов или инженеров там, по лодочным моторам, да. Фирма, по идее, да, которая является официалами, должны отправлять в Японию там мастеров, да, которые там обучаются, я думаю, так логически, да. Они должны там учить других мастеров, и они уже должны как бы вот именно в этой фирме, да, в представительской, в любой, да, где вы покупаете, выполнять эти работы обученные люди, которые ездили в Японию, изучали, какие-то курсы проходили. Оказывается, у нас в Хабаровске таких людей не существует, да. Обычные сервисные центры по ремонту моторов, где обычно приходят молодые люди там после технари, там, ну, а может быть и без образования, где состав постоянно меняется. Он там поработает, начинает учиться на ваших моторах, да, потом накосячит, его выгоняют, он идет в другой сервис, и происходит вот такой вот круговорот в природе, да. Насколько я знаю, интересовался на сегодняшний день гарантийное обслуживание магазина тысячи размеров в Хабаровске, которые продают моторы Suzuki за Немгачева, вот, контора, да, с этими людьми я тоже как бы встречался, которые пытаются всегда навязать чрезмерные, как бы сказать, услуги. Была история, мы повезли Андрею мотор там что-то на ТО, ну, а мотор там буквально один сезон отходил, то есть представляете, мотор новый отходил один сезон, и ему новую, грубо говоря, помпу в сборе вместе с крыльчаткой поменяли еще на более новую. Я когда увидел этот износ, который они поменяли, там можно было бы еще лет 5 гонять по горной реке и вообще не потеть. То есть вот такими вещами примерно занимается у нас вот данная контора. Вот. И с тех пор я понял, да, что если вы берете в Хабаровске мотор Suzuki, уважаемая банда, то в принципе в большинстве случаев именно с четырехтактниками, наверное, рассчитывать вам приходится, чтобы было у вас все ровно по ремонту, по обслуживанию абсолютно только на себя. Вот. И приходится в это все вникать. В принципе, можно вникнуть, есть какая-то информация, там где запчасти, схемы, топливные системы. Я уже на двадцатке все разбирал, все насосы, все снимал. В принципе, можно вникнуть в пределах разумного, да, и самому, грубо говоря, начинать их ремонтировать. Вот, на данный момент мы видим на картинке DF30 Suzuki AS или А, точно не помню. Ну, неважно, вот. У меня два таких мотора. Первый сезон они отбегали нормально. На второй сезон после зимовки оба мотора начали тоже на полных оборотах подтраивать. Вот. При том, что на одном моторе стоял фильтр-сепаратор, который выносится, да, на транец, а один мотор работает без этого фильтра. Да? То есть, в принципе, как такой легкий экспериментальный режим. Да? И по весне у нас, в первой весне начали оба мотора. Один мы с Димой поехали на амурскую рыбалку. Он начал у нас на полных оборотах компенсировать. Мы начали менять там свечи, потом поехали за новым бензином. В итоге неизвестно, что помогло. То ли он просто там прочихался, то ли что. Ну, поменяли свечи и бензин, там все меры мероприятия, проблема решилась. Что происходило со вторым мотором, на котором двигаюсь я, грубо говоря. Тоже на в прошлом году первая у него ласточка была, это посередине сезона. Прям начал на полных оборотах троить. Даже не в прошлом, в позапрошлом. В 18-м купил, в 19-м он у меня начал потраивать.
под конец сезона. Ну, потом сезон закрыли, все нормально. Весну он нормально запустился, ездил до осени. Осенью опять начал подтраивать. И вот тут, в принципе, можете мне подсказать, кто имел дело с подобными вещами. Тут я, грубо говоря, взял его, включил на нейтраль, прогазовал до отсечки, и, в принципе, проблема снялась. И я как бы этот год нормально, ну не этот, а именно тот год, 20-й год я продвигался нормально. И в этом году он у меня уже конкретно под конец сезона закомпостировал мозги, то есть на полных оборотах начинает троить. Сначала я раз свечи поменяю, там хватает где-то дней на 5. Потом дней через 5 начинает опять троить, я опять свечи поменяю. Он начинает. Потом уже третий раз свечи поменял, уже не помогает. Я его опять на нейтрале прогазовал до отсечки. Помогает на полдня, потом опять он начинает троить. Потом уже на скорости его до отсечки прогазовал. И вот, грубо говоря, таким образом я смог подняться вверх и закончить этот рыболовный сезон. Сейчас вот он у меня стоит в гараже. Именно я сейчас вот буду производить работы, смотреть. Я вот думаю, что это, скорее всего, топливная система. И буду этим заниматься. При этом мы на рыбалке идем на двух таких моторах, да. Один и тот же бензин, да, грубо говоря. Один мотор работает нормально, а другой с этим же бензином. То есть, если это опять вопросы, что у вас бензин не тот, разный бензин мы меняли, все равно происходит вот такая ерунда. При этом один и тот же бензин в двух моторах. Один работает, другой, короче, вот на полных оборотах подтраивает. Сейчас буду снимать всю топливную систему, потому что есть подозрение, что может быть что-то подзабилось, может конденсат, может еще чего. Ну, не знаю, что-то буду делать, не знаю чего. Потому что часто такое бывает на четырех тактных моторах. Ты разбираешь все нормально, все продуваешь, никаких причин особо не находишь. Но после сборки начинает все работать. Вот какая-то магия. То есть, что можно подытожить, уважаемые зрители, по моторам Suzuki, да? То есть, ну, они не святые моторы, да, грубо говоря, и неплохие моторы. Я сказал, что ни разу они меня, как бы сказать, в тайге не оставляли, приходили своим ходом. Но вот всегда с ними происходит какая-то беда. И не только на моих моторах, и у Андрея на одном моторе, он тоже начинает на низких оборотах подтраивать. Кстати, вот про двадцатку, когда вот поменяли сальник верхний, у меня вот эта проблема с подтраиваниями на низких оборотах ушла. Возможно, что это может быть и влиял сальник, или начало, когда сальник начинает подпробивать. То есть вот, я такие выводы сделал. Вот. Также вот с уровнем роста масла, которое топливо попадало, я тоже эту тему изучал и пришел к такому вот выводу. Это может быть насос топливный, если мембрана продрявливаться, проходить, либо когда форсунки перестают держать, либо это термостат, когда в термостат попадаются камушки, его заклинивают, и двигатель не прогревается. Процессор это не отдупляет, да, он кажется ему, что двигатель холодный, начинает ему накидывать, и, соответственно, растет уровень топлива за счет попадания, вернее, уровень масла за счет попадания у него топлива. То есть, насколько я понял, если у вас растет уровень масла на четырехтактнике Suzuki, да, там, это, соответственно, вот такие вот причины. Вот. Ну, сейчас буду снимать это все. Смотреть, уважаемые зрители. Ну, а в принципе, вот как-то так. Да. Моторы как бы работают, но всегда вот эти именно четырехтактники, они всегда, уважаемые зрители, компенсируют на каком-то этапе мозги, да, грубо говоря. Это, конечно, неприятно, однозначно. Хочется иметь мотор, в котором ты уверен. Моторы не старые, относительно все свежие. Тот один 19-го года, другой 18-го. И не хочется, чтобы у тебя вдруг с чего ни с чего на воде там начинало там троить на полных оборотах. Тем более, если ты поднимаешь максимум груза, да. То есть, считаю, как-то это не очень, да. И причины, они тоже не явно выраженные. Что-то поменял, прогазовал, блин, причина исчезла. Сейчас вот уже вот буду всю эту топливную систему разбирать, все продувать, смотреть. Хотя фильтра масла все оригинальное, все меняется вовремя, уважаемые зрители. Вот. В принципе, разобраться в этих моторах относительно несложно.
Можете также у нас в Хабаровске сами снять форсунки, отдать людям, которые на стендах это все проверят, посмотрят, накачают, держат они давление, не держат, да, сколько топлива отсекают, это все можно сделать. Вот. Ну, с электроникой там посложнее, нужно программу, нужно подключать компьютер, смотреть, если какие-то датчики. Но такое тоже редко бывает, в основном какие-то провода ломаются, отходят. Вот. Ну, это вот то, что я вам так вкратце вообще рассказал. Очень, ну, непонятно, что не быстро, ну, вот свое мнение. А вы уже решайте сами, покупать данные моторы или не покупать. Но я уже к какому-то выводу прихожу, что, наверное, чтобы более сказать полностью свою мысль, наверное, нужно попробовать другие моторы, не знаю, других брендов, других фирм, тоже четырехтактные примерно в таком же там лошадиных силах, объемах, да, покататься на них какое-то время и уже сравнить, да, то есть. Еще была у меня, сейчас вот еще расскажу один интересный момент, почему стоит у меня бензобак, был у меня такой отказ с баком, что вот здесь вот, где уже подсоединяется сам к шпуцеру, который показывает вот здесь вот и емкость топлива, да, там стоит такой шпуцер небольшой, наверное, сантиметра 3 примерно, да, и шланчик, который идет на дно бака, вот. Даже было такое у меня в этом сезоне, хотя тут бак тоже относительно свежий. От этого шпуцера этот шланчик или что там, трубка какая, я не знаю, бак я не разрезал, отвалилось и упало на дно, да. И пока бак был полный, да, вот этот шпуцер, 3-сантиметровый примерно, он это топливо захватывал, мотор ехал. Когда это все начало, топливо кончаться, он начал компенсировать мозги, как будто топливо не сосет. Ну, так как вода, волны, то волна идет, но эту шпуцер нахватывает, ты грушей хватаешь, и кажется такое впечатление, то ли завоздушено сначала, потом начинаешь с фильтра снимать, отстойник прокачивать, вроде все накачал, едешь на ходу, начинаешь подкачивать, он идет, у тебя начинается создаваться иллюзия, что-то, что-то с топливной системой, там топливный насос сосет, не сосет, да, грубо говоря, и потом каким-то уже логическим мышлением, да, и каких-то манипуляций я пришел к этому баку, да, начал все это, шланчик весь помаленьку снимать, да, грубо говоря, вот так вот, ну, отсоединять, смотреть, продувать, смотреть, что груша держит, не держит, шуцера держит, не держит, потом уже дошел до бака, дую в него, бульканье не слышу, что за фигня, откручиваю крышку, ложу руку, дую, да, давление идет, но не булька, думаю, да что же за такое, думаю, надо на себя качнуть, качаю в воздух, да ну нафиг, заглядываю, смотрю, о том, что там на дне этот шланчик плавает, ну можно выйти из этого прямо в тайге, вот так, так очень легко, взять кусок вот прям вашего шланчика, отрезать примерно там длиной 30-40 сантиметров и натянуть на этот шуцер и, грубо говоря, опять все прикрутить, так в принципе я и сделал в тайге. Ну, отказ такой нестандартный, но вот видите, произошло, да, вот. Имеет место быть даже вот такая проблема, ну, которая прям компенсирует мозги жестко и сразу же не понять вот то, что вот когда кончается топливо, лодку еще качает, что-то подкачивает там, то есть вот тоже такой головняк интересный, уважаемые зрители. Вот, ну, что, банда, всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.